Сегодня мы будем кататься на велосипедах. Я, папа, и тетя Настя. Точно. Ты же у нас длинноногая. Сейчас поиграемся с высотой. Папа сегодня рюкзак целый в поход взял. Водички много взяли. Если что, допустим, я его настроил нормально. Я знаю то, что мы сегодня далеко поедем. Один раз в этом году прокатилась. Ну, один раз еще хочет, ну, малявочку особо оставить не с кем. Малявочку, вот, да. Малявочку. Ага, а потом то ли второе велокресло покупать, то ли как-то все равно. Вика боится с ребенком ехать. Ага. У меня там открыто. Почему-то. Проветривается? Угу. И неудобно. Привет. Могу без ног ехать. Кого за сажок не привыкли? Чем я там бью? Где? По спине? Твоя куртка? Она меня бьет? Да. Ну, вот так вот. Да. Ну вот, это замком. Я думаю, меня тут съела. Нет. Без ног ехать я могу, а без рук не могу. Вот без ног, вот. А без рук? А без рук, а без ног? Yeah. Потому что я без рук не научился. Погнали. Да. Но ветер прохладный еще сегодня. Вот мы катались на той неделе, наверное. Ветер прям теплый-теплый. Ну, было в общем прохладнее. А в школе будем? Не, Тём, мы далеко поедем. Хоть бы сегодня вернуться. Ну, Тём, что говорит, хоть бы сегодня вернуться. Папа взял такой комплект, то, что можно на траве поспать. Не, я такой комплект не брал. Тормозим, поехали.
Одна машина. Быстрее, быстрее. Что, остановимся? По травке, как травка по муравке. Запах какой-то непонятный, там дети что-то тащат. Коляску. Я чую, просто иду какую-то. Что? А, пахнет, да, что? Угу. Непонятный. Не. Как по травкам, по муравкам, как по травкам, по муравкам. Ну, ладно, по муравкам. Ладно, по муравкам. Так, а ну, всех. Все, мост вроде починили. Я ровно держится. У всех. Да, он прям на бок же завален был. В том году. Даю газу. Да-да-да. Боком, боком. Ну что, поэтому или потому? Давай здесь, потому мы тут уже ездили. Миллиметры. Погнали, канаетесь. А чё я второй? Мошка прямо в ухо залетела. Эх. Ой, ой, мой страх. Красота. Я типа мостом этим. Но все равно мост как-то слегка косит. Он весь поломанный, ни на чем не держится. Смотрите. Только 2 километра проехать должна. Перетащусь, у меня же есть мотор, нажал на кнопочку и заехал. Немножко сварка вообще повалилась от моста. Ой, фух. Ура, горочка. Пока включишь, вы уже и прошли. Так, ну что, как состояние? Нормально. Огонь, да. Да, но ветер прохладный. Без ног! Без ног? Да! А теперь без одной ноги. Рыбаки. Без одной руки могу. Эх, развалины. Это только. Да, быстрее бы зацвело. Ну, зеленые листики, красота. Ну, вот скрыло бы весь этот ужас.
мотоцикл подъездил. Красота какая. Рыбаков полно. Только рыбы я еще не видел. Тут осторожно. Эх, и снова ветер. Едем прямо об обрыв. Опасно, но зато красиво. Трепочку кто-то забыл. В доме как крыша, как российский флаг. Крючком. Подъем. Это хорошо, но ты все равно про мотор не забывай. Помогай. А то потом оттуда будешь, он, смотри, мужик голый сидит совсем. Да. Он весь белый. Да. Именно. Коптер с собой взял. Если что, полетаем. Ну что, давайте тут направо. Не хочу там собак дразнить. В одну ширинку становись. Все в одной ширинке. Здесь мошки. Еду как пенсионер, все меня обогнали.
Ой-ой-ой, дорога жесть. Не прошла. Слетела? Слетела. Давай-давай, Тёмыч, едем. Ага! Меня обгоняют! Ух ты! Он кидает по колее. Там забор, не гоните. Сейчас бы мы с Артемом отмыли забор, да, Тём? Так. Интересно, под напряжением? Проверь. Не сильно. Проезжайте. Проверь, да? А, нет. Нет. Давайте, проезжайте. Я на первом месте! Вот место. Меня не могут! Езжайте, я догоню. Тут что, лягушки, закрываем, что ли? Забор обратно. И летим дальше. Равнят. О, какие-то тоже велосипедисты. Интересно. Не одни мы такие. Это что ли? Я первый. Детское кресло, дети. Класс, прям как мы. Ну и больше. Так, вы передохнуть не хотите? На горе, да? Да можно раньше. Ты все? Да не, я хочу лошадей погонять. Ну давай. Давайте тут где-нибудь остановимся. И как погоняем. И ты их погоняешь. А вот. Видишь? Ведь Настя шарит. Она их уже гоняла. Отдохнуть вон там вот надо нам. Так, 30. Горе, да? Да. Ну, что, здесь отдохнем, да и все. Что нам много-то надо, что ли? Второй. Красота. Видели, там целая семья какая-то с детем маленьким. Вон ходят. О, полуна. Луну отрезали на половинке. Колбасься пока. Так. Такая. А что там такое происходит? Thank you.
Кто без шлема, тому и сделает, да? Да. Я боюсь его ловить. Вот. Че, погнали? Тёмыч? Погнали, ты первый. Ты вторая? Не-а, ты не мешай. Давай, давай. Третий. Как я хочу при этом быть. Постоянно, когда поднимаемся, это третий. Красивые такие лошади. О, какой. Будет странно то, что никто не упадет сегодня с велосипеда.